В этом году правом на бесплатный отдых воспользовались 1500 детей участников СВО, а каждый третий из них посетит детские лагеря за пределами округа. Члены комиссии отметили, что удовлетворены все поступившие заявки, но при необходимости нужно будет изыскать дополнительные места. Будут организованы не просто оздоравливающие, а развивающие еще образовательные площадки на территории Югры. Наша задача – провести их для детей интересно и полезно, а самое главное – безопасно. Вот этим мы и будем заниматься. Другой вопрос, который обсудили на комиссии, касался диспансеризации участников СВО. Пройти чекап они могут в любое удобное время в 35 лечебных учреждениях Югры, невзирая на возраст и приказы Минздрава. Особое внимание уделили помощи и ветеранам СВО, которые в ходе боевых действий получили инвалидность. Речь шла о трудоустройстве и адаптации жилых помещений. Мы думаем о детях участников специальной военной операции. Мы сегодня и говорим о той категории, с которой мы непосредственно работаем. Это демобилизованные военнослужащие, ветераны боевых действий, которые вчера, позавчера уже получили удостоверение ветерана боевых действий.